Что тебе плохо слышно? И штаны даешь? Штаны хостолы с тремя дельками. Да, свали три. Просто их падло за сотку забирать. Ну... Ну, мне нужно забирать. Ладно, бля, хорош. Ну, на хостового паладина можно так-то примерить. Понятно, блядь. Смотря как, да. Вот резко всем шмотка понадобилась, блядь, я понял, нахуй. Да. Смотря как переделать, да, паладинов. Вы как-то вот смотрите, вот... У нас, смотрите, вот как бы... вот. Вы не наискиваете врагов там между сагильдийцами. Вы вот, ну, я вам информацию предоставляю о том, кто что рулит. Я вас спрашиваю, я с вами общаюсь. Вы не относитесь так, что вот там кто-то сотку нажал, а кто-то 10. И ты хотел, там не хотел, приор, не приор. Я всегда спрашиваю, если, ну, кому нужнее, вы подумайте. Лучше уступить по-дружески как-то человеку, чем обозвать его пидором. О, там пидор там на 100 спеков забрал, да. Там или еще что-то. Он там, ну, 10, да, нажал, да. А я 100, нахуй. Это надо... Я никого пидором не назвал. Кто на Валанаре? Там у нас минус бидон. Это замена бидона. Че, он ушел или что? Ну там что-то пишет. Зайти не может, роутер перезагружает. С троллейбоем? А че у тебя с троллейбоем было? Спасибо. Че, да. Была нехила? Ну, хуй. На минуту дойду. У меня это кринж будет. Шалфиров? Это... Да, да, можно. Ну, только вернуть не забудь, а то я не запоминаю, да, нахуй, да, кому сколько я даю там. ДС. Что-то мне ДСов поназанимали, нахуй, было 30... кому-то 18 давало, кому, я уже не помню. Рианти, да? Семья. Чего, дал кикнул с гильдии? Кто вообще, что? А потом кикнул бы его, вот это был бы мем. Хорошо, гений не занимал, нахуй, 25 дэс. Ему только бутылку пива можешь занять. Хорош. Не, пиво херня. Это замена, прием. Причем не пиво, а на пиво. Мифик? Замена тут? Интересный вопрос. О, давай. Он давно не играет? Ну так-то уже недели три, наверное. Этот Invisible тебе надо что-то по шмоту или Валент? Я хуй знает просто, что ему надо. Нет? Ладно. Почили пока бидона с вишнем. Так, что мы убили? 2 по 300 и 500. Это сколько? 1100. 2 по 300 это 500. Ага, понимаю. Ты сказал 2 по 300 и 500. Это 1100. Нам не надо 900. 2 по 300. Плюс константа, минус корень. Бидон, ты все работаешь или что? Или как? Работаешь, нихуя. Валент, чилим. Работаем. Так, давайте, знаете как? Бидону отмена сразу же. Там 2 по 300 и в одну посуду. Катрисия, мне кажется, ты сдохнешь, короче. А, подожди, хукмастер, давай в танков третьего. Я ебал, короче, эту хуйню всю. Просто будете отдельных мобов танчить. Сам ты сдохнешь, говори. Ты посмотри, сколько у него хп и сколько у тебя. Там разница в 42к. Ничего не знаю, блин. Сейчас будет больше. Катрисия пишет, блядь, ты охуел, я он тут все танчил и дамажил. Так-то да. Катрисия топовый. Шкер 260 мех, 263. Пири 260. Кого я держу? Понял. Ты держи Талдарома, и Вилаша делишь Валанур, а я поделю Кили, если там нужно. Помножу. Аиша, да? Там Катрисия пишет, сука, кто я? Это для тех, кто читать не умеет. Как ты там писал? Шерсть или мех, нахуй? А кто ж... Сука. Да кот, мех, медведь. Ну, я понял. Я гуль, блядь. Я Келеси-то нахуй подержу, блядь. Так. Ключевой момент. Чё, не лук? Не, пока не. Там бидон починился. Всё, понял. Катрисия, давай, бля, не сдохни. Это вы знаете, да, там на вихре на большом надо раньше, ну, разбегаться. Ну вы знаете, Руса. Кто сдохнет, тот мудак. Главное со стаками, мужики, бегаем все вместе. Ага, блядь, я посмотрю, как вы побегаете, блядь.
со стаками останавливаемся, нахуй ждем, пока они скинутся. Только потом уже, блядь, бегаем. При крайней необходимости можно бегать только. О, блядь, как дела, призом? Опа. Давай, вставалочку юзай и захиливать ее. Блять, агра мало на келли, нахуй. Ну, как бы там 26 тысяч агра все видят, да, надеюсь. Подбивайте там, нахуй знает. По сферам щадящий режим, нахуй. Ну-ка сюда, нахуй. Кинетика слева далеко. Кто там? Я понял. Понял? Чем дед старуху донял? Кого? Старуху. Все, пиздуйте отсюда. Идите другого. И вышли с гильдии с рейда тоже. Ебать, и сферы полетели, блядь. Геру? О, нормально. Да, да, Геру, давайте. Призану там забафли, надеюсь, каску вам пристабав. Не пожалели на пацана. О? Что там, как дела у вас, Кирсори, нахуй? Встань, сука, на месте, постой, блядь, покури, блядь, ёбаный в рот. Сигарку кубинскую. Он же на кубик, кстати. Пиздец, смотрю на ваши хп, блядь. Ну чё там, блядь? Чё это было? Меня кто-то толкнул сзади, нахуй. Извиняй уже. Ты уебал по мне, блядь? Ты резко себе, ну, подольше, растягивай. Так это профессионал. Че, ебал меня, блядь? Знаешь, что он профессионал? Ты его ебало видел, этого деда, нахуй? По быдло сленгу. Обиженный вид такой, блядь. Такой осуждающий, знаешь, максимально. Да? Ну, типа такой, не, наполовину непонимающий. Да, типа... А он потом, когда ложился, такой, ёбаный в рот, блядь. Или что он там сказал? Твою мать, блядь. Я Deep Purple. Идите Келя бить. Как скажешь. Кек. Идите Кека бить. Там агра до хуя, бля, никто не перегонит, нахуй. Я покурю пока. Респаун. Что палм, блядь? Фейс. Что фейс? Вот ты флексишь. Нормально флекси на килисете, кстати, мужики. На килисете раз флексовочка жестко. Да, да. Твой такой бы че ебанутый. Че вот шипериться будем сегодня? А вот шиперил, блядь, до рейда. Кринс какой-то. Взял сегодня пиво шиперинского, вообще нормально. Кинетика, поднимите слева далеко. Прикинь, кинетику ни на кого не назначал, ни одной не упало еще, да? Две упало уже, блядь, где-то. Ааа, всё, прикинь! У нас как-то случай был, РЛ говорит, кинетика, если хоть одна упадет, катушку распыляю, нахуй. Падает кинетика, он распыляет катушку. Ну, вот еще одна падает. Пиздец. Тут-то все похуй на катушку, видишь, контент новый. Вот ты, без сервера, нахуй, кажется. Да похуй. Сейчас все равно другой моб откроется. Шо, блядь, все, блядь, полюбили тебя эти сферы. Бегай с ними теперь, нехуй тут возле меня тусоваться, я новые возьму. Ой, что? Я... А что с кинетикой? Бать откинуло! А шо похуй? Это, а что вы храняете? Захильте рейд, не бегайте нахуй. Пусть у вас захилят. Да, роняю, запад. Ёпта, вихрь. Ну всё, пизда. А чё вы дохнете-то, как бищи, нахуй? Так у них ложного нет. Ай, блядь.
Погиб Михаил Галустян. Вадикон, друид инвалид, да? Танк, Вилаша, забери второго моба. Или сейчас вайп будет. О, нет. Друид инвалид, реснишь фукмастера. Ультрадру ресей бедстиллера. Вот Фокс ресей Эйю. Идите келя бить. Пидоры, пидоры, бейте кинетики. Они не должны падать. Или вы совсем охуели, блять. Я сказал, что, ну... Вы ты ебанутые. Сказал, что ни одна не упала, все в порядке. Вы сейчас... Ну как, я не могу бегать. Я буду хуесу... Я въебу всем РДД ГП, нахуй. Просто. Не надо. Нахуй мне разбираться, блять. Вы что, не понимаете, что она, если падает, мы страдаем за это? Справа далеко. Справа полдрама. Как результат, дохуя людей лежит. Вон на них метки ставятся даже, блять. Шиперильщики, блять. Не надо, деда! Просто специально обученный лок чилит, поэтому кинетики падают. А боба. Так. Идите бейте, моба. Кинетика падает. Кинетика сейчас падет. Пока кель закрытый, как бы похуй, но если это с вихрем совпадает большим, вы, блядь, бегаете нахуй. И хп не фул, нахуй, вы падаете вот так вот, как упали, блядь. Давай Катрисия еще по призону, пускай побьет. О, блядь, друид инвалид сдох. Как нахуй? Я понял. Ладно, друида инвалида рез. Пышка пламя. Пускай похилит. Резнул уже, да? Ладно, похуй. Че там по хп босса убивать падает, собираемся? Падает кинетика, нет? Ебать. Вы понимаете, что такое поднять кинетику? Или как вы, ну? Это один хант одну сферу может только держать. Помогайте, нахуй, их три всего падают одновременно. Я думал, мы становимся командой, и оказывается нет. Вот луна. Ну, часть корабля. Остановлюсь, живот. Я же не человек. Каким животным, нахуй? Это все животное. Грязным. Вот. Сейчас будет келесит, идите сюда, на бить этого гусяна. Там ограда хуя, никто не сожрет. Ты как будто продаешь. Никто. Я и есть продавец. Я продаю. Желание. Бананы. В телеграме желание продается. За ваши души. Продавцы-консультанты на скейте за пивом. Хорошая группа. Я Гюнтер Рудим. Торговец зеркалами. Бродяга. Кто? Я себе, блядь. А эти зеркала с нами? Гюнтер Рудим. А вот когда будешь смотреть в зеркало, увидишь там Войда. Курсы, будь осторожен в своих желаниях. Хорошо, что у меня бан нет. Летать, короче, все сейчас просто. Да, пускай, да не бей, нахуй надо. Типа, ну, просто давай, пускай они все взорвутся. Подохнем. Если никого не назначают, то это значит надо бить все равно кинетики. Если вы думаете, кто-то лучше других, там. ДПС сейчас столько, что могут бить абсолютно любые люди. Если вы думаете, что кинетики должны падать вот так, как сейчас происходит, это неправильно. Это не рейд, а хуйня. То есть это, грубо говоря, как прогрессы на сурке пришли. 550 тысяч ДПСа есть, лежит, сука, 15 человек. О, а убитые эти 15 человек, угадайте кем? Трэшем, блядь, который вырастает через 10 секунд после появления, блядь. Резайте, блядь. Какая жалость. Ну, блядь. Так что, блядь, играйте. Уважайте людей рядом с собой в рейде. Чтобы такого не было, блядь. 10 человек лежат, чилят. Вы... Хорошо, шеф. Ладно, извини, босс. Больше не повторится. Ёбаный, смотри, блядь, кое чего получил, нахуй. Стиляга. Запястье, нахуй. Господь.
Пылим катушку нахуй. У тебя оффхенд есть? Ой, блядь, мейнхенд. Пошли ты что чистить? У кого? У тебя. У меня, да, у меня травма. Я не могу носить травму, потому что у меня книжка 200. Что, катушка нормально будет? Ничего нет, с хостой, с ПД. Мне все нравится. Спасибо. Я в полете дизарм. Диспела больше. Не будет. Трудовики, пидорасы. Осуждаю. Ай, блядь. Ну как это, Бенчик, извиняй. В иной мир нахуй. Из двух ног улетел, да? С двух ног в лицо прыжок той суки, эми, ими, ай. Как она мне заебала сапать? Все старики, олды. Олды. Здорово, начальник. Начальник, привет. Здорово, подчиненный. У нас тут тепло. Тепло и светло, блядь. Поторопись. Начальник, ты что? У нас тут пирожка. У нас тут котлетки с макарошками. Нет, с пирожкой. С макарошкой? Нет, с пирожкой. Не, именно я фильм не смотрел, не сериал, или что это там было. А вот именно вот этот видос, нахуй, вот этот Энджойкин, это пиздец, это, блядь, шедевр, нахуй. Хочу передать привет дагестанцам, пацанам. А это я не смотрел. Блядь. Я только два видоса смотрел, один про вот этого пирожку, а второй... Про типа, который идет по берегу там. Не знаю вот этого вашего пюрешку. Гоняшу, стесняшу. Стесняшу тоже вроде видел. Это тоже какой-то тоже уже культовая штука. Ну там, ну, песенка такая, знаешь, натуре няшная, нахуй. Эх, прикол детства. Кому детство, блядь, а кому старость, на. Камю. Сартер. А ты пиздюку сад. Говнюку сад. Самый прикол, блядь, как он поет шахматы, телевизор такой, блядь. Ебать, на туре дед такой. Ой, блядь. Че, погодите, свет включу. 9 минут банок и масла хватит же, да? Конечно, хватит. Так. Чтоб попиздюлиться хватит. Так, вы смекаете, да? Всю хуйню. Кстати. Кто там быкует, нахуй? Дайте суп. Ага, воруют те бафы. Мужики, кому-то Глор с Лича нужен, если что? Да. Да не, Глор. Так, значит, первая незыбка моя. И, короче, как хотите, живите, похуй. Кто на боссе? На второй, я на боссе. На второй взлетке Вилаша твоя незыбка, моя после того, как уже пакт будет. Ну, то есть второй раз дам по откату. Вот, и, короче, после вам, значит... Давайте, короче, блять, как же сделать-то правильно, нахуй. Короче, на первой взлетке сдаете щиты, маны, вот эту всю хуйню. Вадикон с Мэтфоксом дадите спокойствие. Две эти пати хватит, в принципе. Смотрите, сам Лен магов не проебите. Ханта захилите. Локу там похищение жизни пока стоишь, призын себя похилишь. Но остальные там, я думаю, не сдохнут. От килам близко не подходите. Вот, это самое. Значит, на второй взлетке не люблю на себя сейв и гимн читаешь.
шалфир на первый взлет, если будешь там второй или первый укус, то это тучку ебани, чтобы не сдох. На второй тоже тучку готовь. Ну и соответственно. Ну а на треть, на второй взлетке, на третий хотел сказать, блять. Ультрадру дашь там спокойствие. Только убедись, что ты стоишь один, и дубовую прожимай. Ну и варахель на второй взлетке добавишь масс-сейв. Плюс бабла дай обязательно. И каплю дай по кому-нибудь, по укусу, ну, усмотрение там. А мастерауру когда? А мастерауру дай на первую. Окей, я дам первую, на первую. Знаешь. Да, на вторую. Там можешь и мастераур, и массакру дать варахель. Все самое главное, это выжимаемость на взлетке, нахуй. Стоим под жопой босса, не забываем. Вот там только хан будет сбегаться на пакт. Вот, а на взлетке рассредотачиваемся. Вот эти вот треугольнички, где шипы вот этого угла, нахуй, хилы занимают, к ним не подходите. Распределяйте вот этот серый круг, нахуй. Ну, центральную зону кто-то займет, там какой-нибудь хил, не знаю, там, не люблю или пал. Не сагрите босса. Проверка. По укусам там знаете, нахуй, ну, за ручку водить не будем. Вон, жрите, камни возьмите, жрите, нахуй. Да ё, чё тут? 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас тут поднабираю, а потом немножко повыше подниму. Так, значит, Авелания на первой взлетке на Вадикона каплю. Блин. И себя хилишь. Хилишься, флешка там. Достал? И все. Да. ГП нахуй. Я понял. Вся эта залупа должна быть у вас на панели, блядь. Короче, Вадикона не проебите, блядь. Обратите внимание. Кто-то подхилите его или призом там. Я его подхилю просто. Да, подхили. Флешка пока стою в него. Смотрите, на взлетке масс диспел у двух престов есть. Тотемы трепета, призан и бидон готовьте поставить сейчас заранее. Вот сейчас тени через 5-7 секунд, а после них будет фир. В фире, сука, не сдохните. Если видите, маг там глыбу забегаете, завозит вас в глыбу, то... Ну, блять, в тьму нахуй эту. Отдайте глыбу, блять. Вот не люблю с диспелей. Ну, у него антифир должен быть. Давайте готовимся. На фул захиливаемся прям мощно. Ну ёбаный насос нахуй. Ультрадру, Реса и Варахеля срочно. И ему дашь Вадикон и Мэдфокс Иннер. Фул захил по нему. Все, под жопу обратно встаем, верим. Еще 4 укуса есть. Когда будете выбирать, кого кусать, скажу, кто не укушен. Если человек не кусается, выбирайте другую цель. Сейчас 8 укусов будет. Укушу Бена. На фул захиливайтесь. Нахуй, кто хил... Какой пидор хила укусил? Скажите мне, ультрадруля. Я, наверное, не шкликнул. Не делайте так, нахуй. Значит, неукушенные. Тролл Д, Притон, Призом. Вся вторая группа неукушена. И вся первая группа неукушена. Это вам информация, нахуй. В пятой группе хилы, нахуй. Бичи, сука, не кусайте их. Тролл Д.
снять с него фир, если глыбы нету. Или глыбы скинет эту хуйню. Или фир сейчас будет. Готовимся, Вимаша, готовь сейв. Давай незыбку сейчас после фира. И начинаем. Не люблю этот самый, и на хп. И холи пал бабл, и мы сейв. И сейчас у меня откатится. Блять, хукмастер! Давайте, меняйте цель, сука, не превратитесь в вампиров, нахуй. Вот жопу что спинаемся. Что укушу? Укушу-ка три, всё. Это она укушу. Дал сейф, фул захил. Передайте укусы, самое главное. Не превратитесь в вампиров, блядь. Это она укус. Давайте Геру. Криптэвил укушен, нет? Ты укушен уже. Давайте Геру. Криптэвил нет. Авелания нет. Если что, за ханочку с Криптэвила. Там уже не успеете, уже бьется босс. Там уже все. Здесь наши полномочия уже все. 4-5 5 утра. Если б мы знали, что это такое. Ну это бабка там, блядь, время говорила, блядь. 4-5-10-5. Так он тоже. А еще был какой-то видос, там стариков спрашивали. Вы, говорит, когда звезда падает, желание загадывать. Какие звезды? Нет, нихуя, ну не без звезд. Да, это как, блядь, вам елочка нравится, блядь, детка спрашивает, блядь. Я нахуй, блядь. Слышь, с двумя высшими образованиями. Че, ты уходишь, Хальдринг? Да, да. Так, ну что, получается. 3 по 300. 3 по 300 и. Подожди, 3 по 300 и 2 по 500. Ну-ка считаем, блядь. 1900. Косарь 900 в натуре. Так, Мэтт Фокс и Катрисия по 50 нажимают на шею, нахуй. О, видали, что я сделал? На силовую шею. Не, ну, кстати, если на БДК ее ролить, то это хорошая шея, кстати. Так что, кому с вас отдавать? Мне на Мишку, если ему надо, пусть берет. Мэтт Фокс, надо тебе? Ну, я тебя в Мишке не видел. Кому с вас отдавать? Вы по 50 жмете, там хукмастеры на стресс еще по 10 жмут. Ладно, на. Такс. Дринк. А я отнял бидону косарь 100, я когда ему давал. Да надо отнять, он же вернулся в рейд. Или не отнимал, кто не помнит. А где он вообще, блядь? Ладно, давайте удачи, чтобы закрыли мячечки. Сука. Чё-то я не вкурил. Бидон, я тебя чё-то... А, вот он, ты нахуй потерял тебя, блядь. Да какого хуя только дохну я, блядь? Хуяришь. Лох. Так, защита... Ты должен дотки навешивать и уходить, колы спать. Да. Ты, видимо, в тупую стоял. Завоеватель. 200 гп. Ну, на распыл чисто. Ты поторопись. По 200 гп. Бля, а до 10-й печеньки тоже по 200? Ну, вот эти вот по 200. А те, которые... Ты 10-й бесплатно. Грульмаги Герд стали по 100. Ты 10-й имеешь, которые 264-й апают? Они вообще... Да. Они изначально были бесплатные. Я не вижу смысла за них просто давать ГП, блядь. Это такая хуйня. Они сейчас не нужны. Они так чисто вот очень-очень редко, когда у тебя барахла нету, нахуй. Перса такой одел, можешь нонсетом взять, там пятый кусок, типа. Статы апнуть какие-то. Кто из нас может называться? Сейчас она покажет господину. Бичом. Катрисия, как дела там? Я не умирал никогда, нахуй. Достало твое время, блять. Я увидел это.
Сука. Ну что скажешь свое оправдание, блядь? Я что никогда не умирал, говорит, блядь. И вообще, блядь, не умираю, нахуй. Там устал герой. Перо в глаз попало просто. Меховой мешок, блядь. Ух, в глаз попало. Блядь, да разверните охотницу, ну ёбан, пожалуйста. Как дела там, пацаны? Что, закатрись? Чё ты, Заханыч, срываешь-то? Да кого, блядь? Того, того. Я только доты повесил. А кто? Ау. А я шо? А я не шо, блядь. Ау. 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 Ты шо там, блядь? Вы шо, ебанулись там? Это знаешь, это как ебаный этот Эйс Вентура, нахуй. Помните, когда он там этот крик-то нахуй какой-то самки гориллы или какого-то хуйни, блядь. Руки такой складывал. Это, говорит, лазит брачный период. Или как там было, блядь? Мне вторая часть нравится с неграми. Так там вообще все части заебись. Вачуту и вачата. Ну с неграми особенно, да? Да. Вачате. Так он там дрался. С типом, а как он ребенка видел, когда он это доставал, блядь, просто по пузу надавил, нахуй, я к телу вылетела. Ой, блядь. Шикака. Не нравится, как он паркуется, нахуй. Машина вся в хлам, нахуй. В яблочко, блядь. Сука. Не, в детстве заебись было, сейчас как-то уже, блядь, конечно, не то. Джим Керри уже все. Не, играет заебись все равно. Не, вот тот момент, где первый фильм, где про дельфина, блядь. Заложник образа. Где он в этот... За какой он? Не, он нормально играет, блядь. Да Джим не, Керри, блядь. Не, он, ну как бы... Ты чё, блядь, не смотрел? Все от него юмора ждут. Ну, ждут, так он и драматический, охуенный. Он и драматический не, роли он, играл. Он крутой базар ноль, он просто типа устал от веселых ролей. Не, ну так-то да, так он и вообще не хотел быть. Так у него морщины в 35 были. Я тоже вот устал это рылить. Потому что нахуй. Он корчил рожи постоянно. Ну да, с такими рожами, блядь, ходил. Где, короче, он в это, в психушку-то они заходили, и там он это, разыгрывал сценку, нахуй, такой назад, типа футбольную какую-то, блядь. И потом башкой в скамейку, нахуй. А как в коробке ныкался, это вообще кринж. Бах, нахуй, в скамью, блядь. Прикинь, себе я так рассказывал тактику. Рассказываю, такой хуяк в стол. А, из носорога легендарная сцена. Да, это да. Вылазил. Ой, смотрите, детки. Носорог рождает ребенка, нахуй. Тело такое вываливается, нахуй. А что там, где Катриси? Катрисия, ты где? Да ебал в рот выкидывает, на. А, ладно, похуй. Катрисия, слышишь, а то тебе джинса пасса, то часто умираешь. А Вадикон где? А я починился. Тоже выкидывал. А что вы Катриси СС не кидает? Натури, блядь. Опа. Опа. Это, ты спекнулся, Виланя? Че ты не спекнулся? Давай спекайся. В два будет побыстрее. Поинтереснее полетать. Ну да, полетает. Хотя бы подержаться. Ну за что-то можно, да? Подержаться. Я понял, блядь. Так я ж могу предложить темку, но... Нет, не надо. Ну попить, ёпт. А хотя похуй. Да похуй. Попить? Вадикон с Мэтфоксом и Бонити по Авилане и Нырке. Давай, прожимай. Крылья прожимай. Ебашь сейчас. Сейчас захилю. Потом второй раз откадешься, Саня. Дайте мне 3 секунды. У тебя есть ровно 3 секунды. Ровно, блять, 3 секунды, чтобы убрать эту отвратительную хмылку со своей рожи. Раз. Я даже хиллбот не выспал. 2. Сэр, ничего не могу поделать, сэр. Херня, на колени, подонок. I got your ass. Каши, блять, ты ничего. Твоя жопа в моих руках, ладно. Ты не будешь смеяться, ты не будешь плакать. Цельнометаллическая приколюха. Блять, вы чё там нахуй? Ты будешь учиться от и до. Я буду тебя учить. Вадим Ханыч, ты чё, не смотрел цельнометаллическую оболочку?
Цельнометаллического. По левой или по правой летаешь? Я не смотрел. Ты шо? Ну, после рейда. Да нет, друг, я не оправдываюсь. Прямо сейчас в заметке записываешь и смотришь. Слышишь, я тебе сейчас процитирую, тебе даже смотреть не надо будет, нахуй. Как там начиналось? Сейчас я вспомню. Бой, слышишь? Закончилось. Расскажи весь фильм, нахуй, чё Певелин просто. Не, я тебе, ну, минут 5 расскажу. Ну, короче, там это... А, он всего 6 идет. Построение. И, короче, челик, кто там? Как его звали? Лейтенант? Старший инструктор... И командир вашего взвода, старший инструктор боевой подготовки Хартман. Бля, начиная с этого дня, вы... Как, блядь, там было, нахуй? Сейчас я, блядь, вспомню, нахуй. А, вы рядовой этот, блядь. И как он? Подожди. Короче, там вы, говорит, это, низшая форма жизни. Вы вообще нихуя не люди. А, я вы видел просто фильм. Стая я видел. Скольких, скользких, вонючих жаб. Ну ебать. Врет, не а как он этого называл, который, блядь... Ну ладно, напиздел, фильм не видел, нарезку из фильма видел. Я, говорит, строг, но я справедлив. У меня здесь нет расовой дискриминации, мне насрать. Толстый, который был такой. На макарон. Сидящий. Гомер. Гомер Куча. Гомер Куча его звали. Куча. А как этот фильм назывался, где он про паровозика рассказывал? Майор Пейн. Майор Пейн. Не, на Майор Пейн это все смотрели, это классика. Такое, блядь, нельзя не посмотреть. Не смест. Микс. Помехи. Раз пузика, два пузика. А когда челик-то отраву закинули ему отраву нахуй в этот. В кекс, нахуй, или куда-то. Тот сидит, ебать, вкинул, нахуй, его поебать. Это тело идет, блядь, такое ушастое, нахуй. Ебать, тут как сиранул, нахуй. Вы видели? Давайте все гильдии смотрим Майор Пейнпан. Можно. Вы оставайтесь после РТ, там каждый раз его включает. Да не, мне завтра на работу, нахуй, еще, блядь, давайте в другой день. Че, мы свой дом стоп-хам, нахуй, сидели, смотрели в 10 ебал. Мы сидели Константина смотрели. Он их побрил, нахуй, этих пацанов, и такой говорит: здорово, шары бильярдные, блядь. Видно, ты не заслужил писать стоя как мужик. А когда он на поезд на какой-то пошел, там на какую-то операцию военную отбывать, и такой сидит, блядь, и смотрит, а там на другой стороне террасы этот. Он представляет, как он с этой бабой-то и с этим, с мелким там мутит, нахуй, семейное счастье, нахуй. Там какой-то гух лезет, нахуй. Тут такой, нихуя, такой, что за хуйня? Такой смотрит, он его, блядь, опрокинул куда-то в котел там или куда, блядь. Сидит такой, улыбается, блядь. То есть сейчас уже по одному лутаем? Прикинь. В начале, в конце? Ну, да. Потому что я сдохну, нахуй. А сколько у вас там? То есть через 104 продерживает в портале, по 2 еще лутали. 34 у меня, окей. 34 вот. Еще можно. А с вами летает эрдрульник какой-нибудь? Нет. Не, мы сами летаем. И пошли в обратную сторону. Это да, опасная хуйня, конечно. Да, так оно уже. Да, священный щит, Т4 и ходку мгновенно закидывай, и не сдохнешь. Да, так я так и делаю. А че, вы через себя хилите или через Лока? Блядь, Гера. Ваня помер. Ваня сдох. Вот только через себя ждут через Лока. Да, через лок, тут вообще, лока. Блядь, нереально. Тут-то пораняют тебя. А чё? Надо чтобы второй хил, который тебя хилить будет. Надо эрдрушника, да, надо было эрдрушника с вами послать. Что-то как-то это самое, ладно, сейчас полутаю, сколько смогу. Там, кстати, слышишь, Войд? Там Олд Варлок на Синдру просто, я ему на Синдру место уступлю. Ага. Там что-то лежит, прикольно, я видим. Кажем, все. Щебет уже больно. Вообще, щебет, я тебя тоже буду подхиливать. Через тебя буду хилить даже. Разгру! Как их? Резня. Что сожрет, хилоп? Да, червяк. Не сожрет. 3% осталось. Все хилы хилите, Вальку просто и все. Да, все. Кайлами тоже захиливаем.
Смотри, сейчас штаны хостовые падают. Ты сообщили, только не переставай. Кстати, это еще есть. Бля, буду, штаны падают. Не, нихуя. Сука. А, блядь, штаны нужны были, я, блядь, без трусов хожу, блядь, ёбаный в рот, блядь. Так штаны или трусы, ты определись? Да и без того, нахуй. А что это за хуйня, блядь, уже второй раз, блядь, этот пояс ебаный падает, блядь. Топовый пояс. Пояс-то топовый, блядь. Ой, кстати, а это колечко, надо кому-то? Я за 10 хп забрал бы такой. Пояс кому-нибудь нужен? Не, пояс вряд ли кому-то нужен. Я за 10. Бля, мне не нужен пояс. Вот это. Не знаю, а что есть Навара лучше пояс, что ли? Мне кажется, это бисовый Навара. СТТГ же носит. А, да, я забыл, что СТТГ есть. СТТГ, мне кажется, по статам лучше, когда какую-то стату берешь себе, крит там или что там еще есть. Ну, СТТГ-то еще апнется. Плюс апнется еще. Не, в плане того, что он лучше по статам, чем 77. Кстати, а как... Ой, я на 30-ку, если можно. В смысле, она еще потом апнется? Ну да, еще ТТГ будет. За эти очки? Очко. Очко, очки, тапочки. Не, за баджи толгороды, за 180 баджей, скорее всего. Ну не, ну вот кто там сказал за очко, ему за так, очко. Так, кому кольцо дать? Все по 10 жмут. Хукмастер, Закхан еще. Я заберу. У меня просто 239-я уебанская. Мне и капа защиты не хватает. Без колечка. Ну там похуй мне, в принципе, не важно. Ебать, СМК приятно. 56% крита на свет. Куда? Охуеть. Куда тебе свичнуть? Ты про чё? Ну, от Варлок просился. Не, подожди, не ты. Не люблю, что ты куда отойти, на сколько? Чё за хуйня? Долго, 20-30 максимум. А чё я на Синдре буду делать? Былы бы сосать? Так там Риансиш пришла. Пришёл. Не ливать, всё. Ну давай подходи, короче, тогда потом. Ну, так. Я через 20-30 максимум приду. Давай. Не ливать? Не знаю. Куда? Чё ты? Ну, Крипто говорит, место этого него на Синдру лечайте. А-а-а. Он лагает. У меня с интернетом какие-то беды. Ага. Ну, если надо, я ливну. Да, всё, давай, аккуратно. Заходи. Это самое... Так. Крипта. Сколько мы убили боссов, блять? Давайте пошли зайдем, пока побьем. Только я танчить не буду, там на Вилашу напуливайте. Сколько мы убили проф? Короче, 4 маленьких и 3 больших, да? 2 больших. И сколько? Там, кстати, Дискорд гильдии просят в чате. 2200, да, надо накинуть? Ну, 10 боссов. Да не, я про то, что сегодня... Вчера же начитали ИП. А, ну, минус 4, 8, 6, то есть. Ну, квартальные 500, а остальные по 300 ИП. А, ну, там самое решение. Так, криптоэвил накинул. Так. Че, топа, да, зайдет? Инвайт. Да я и онлайн, я просто в РБК был. Хинкил какой-то появился, Рога. Он не ходит нихуя, да? Никуда. А кто такой Толдорак? Кто это? Кто знает. Это я. Топа. И кто еще хотел? Олдварлока я взял. Так, а кто у меня похилит призы? Анал есть. А кто еще хотел? Рубака вообще вот такой хил. У меня теперь знакомая появилась с именем Алана. Ты ее не подстебываешь? Я подстебываю. Злодей плюс в чат. Гринжовый. У меня много кто подстебивает. Когда ее.
кринжовый... Я не первый, кто ее называет Анала, блядь. У тебя кринжовый смех, пиздец. Я знаю, что он заразительный. Я раньше в детстве его смущался, теперь я понимаю. У тебя чистый злодейский смех. Чисто дыша. Вот я из Соника вот этот вот, блядь, гений нахуй. Доктор, блядь, который злой, блядь, как его, блядь. Усатый, который. Да, да. Доктор злой. Корпорейтед. Который шипит. Я не злой, так. Вот пытается шутить новыми словами. Да заебал. Слой, ты хотя бы знаешь, что это за слово значит? Я вообще не знаю, нихуя. Надо объяснить. Я просто хуйню несу и все. Я понял. Чисто когда грузчиком устроился работать. Все бывает в жизни. Даже я студентом грузчиком пошел. Ой. Не шиперил там людей? Бля. Бля, так самое что смешное, он иногда в тему попадает. Вот ты мразь, да? А я вообще не понял, что я сказал, понимаешь? Кого я там должен был с кем сводить? Да мы же тебе объясняли, да, что такое шиперить. Сводить? 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 Это сводить. Ну сводить это когда... Мосты нахуй сводить, блядь. Диджей есть вообще? Сводить это когда... Это когда к ключу трэш подводишь, нахуй, чтобы заклинивать. Сводить трэш. Я свожу музыку. Вон, теперь ты будешь говорить не сводить трэш, а шиперить трэш. Все, да. Шиперить трэш. Сука. Я понял. Как дела, Кирсури? Большой нажал. Крутанулся, умер. Большой нажал. Я вообще в ВК стоял тут. Короче, Ты ворса переспекался, что ли? Что там, шмот выполнил? Да, я вормся. Да, это же синие полироли. Говорил, что ДПС же упадет. А, нормально оказалось. Где? Не вижу. Нет, сейчас дома сижу. Оба, я же сейчас при доме закидываю. Где, ёбаный в рот. Вот, ко мне подойди. Сука. Где, я не вижу. Вот он я. Вот тут покликай. Опа, всё. Опа. Опа, ай, тигре, тик-тик-тай. О, 8500 уже, блядь. О, блядь. Дай мне такой пишет. Ну а чё, дай ему. Не, если бы я не смог утонуть. Пришлось бы доверить жизнь этой бояшке тебе. Ну что, если... Фига уж Алфира моделька, смотри-ка, матая. Ну шо, блядь? Начинаем, нахуй. Все видели, блядь. Я какая. Рыбу ставь. Бери трэш. Какая рыба, блядь? Видишь, занимаюсь с трэшем, нахуй. Смотри, блядь. Грязные тела. Гайд, блядь, видел? Ну, с писюном-то занимаешься, или стрессом так. Главное не сдохнуть. Так, сын. Я понял, пока. Пока я просто... Даже в топе нету. Пока я все тринки прожал, просто у меня уже, блядь... Ну, что-то лень спекаться на топоры эти. Кстати, а там тебе не надо на топоры спектаться. Ловили ты почитай, манку. Ты почитай описание. Гайды почитай. Вера Клинков. Вера Клинков, почитай описание. Ну турировать, научись на роя, а потом уже это сам надо. Хорошо. Урировать? Что это такое? Урировать? Где как ты сказал? Да не, у меня типа билд есть на трэш. Ты топоры, блядь, сейчас вечаешь. Шиперит? Да. Зачем? Может, там двойная атака. А тут крит. И что? Двойная атака это лучше, чем крит. Бля, а вы научились за это время грипать инею, чтобы он не взлетал? Он в 25-ке не грипается. Грипается, и он, ему корни даются, и он не взлетает. Давай вот если сейчас вот дадут корни, его кто-то из нас грипнет. Если он не грипнется, то... Чё? То что-то то будет, чё? Короче. Чё там не ты че голды получается? А можете пикарать и пикнуть с гильдии. Ну тут, кстати, можно такую срать.
Чё вы, блядь, до рыжего доебались, я не понимаю. Да он не ходит никуда, в Каражан ходит. Ну ты Каражан охуенный. Может, у него какой-то другой перс есть, он в другой гильдии сидит. Да, Мария Бабко. Кто? Мария Бабко. Это кто? Это Карис. Известная актриса. Бабуля. Не гуглите. Это, блядь, бабуля какая-то. Ну, есть отдохнул. Ну что там, отдыхнул. С огня не выйти, да, с синего на полу? Ага, я понял, почему сейчас мне принесет. Так вот сделать. Кстати, а с вот этих маленьких дракончиков может боешка выпасть? Нет. Сколько били, ни разу не падал. Топа как будто уставший какой-то. Нет. Очень уставший, но довольный собой. Я всегда доволен собой. А попа. Банька, парилка там. Нет, баньки завтра. Не до этого сегодня было, хотя собирались сегодня посходить. Ну пляшечку-то беленькой, краленькой возьмёте? Нет, да, я по водке не особо. Понял. По пиву, да, больше? Ну да, я лучше хорошего банку пива возьму. Хорошего? Хорошего, да. А этот крафт? Балтику семерочку. Да где нахрена Балтику семерочку? Ой, я. Балтика семерка это для печи. Нахуй я, это для печи. Вот охота крепкая, блядь. Да, понимаю, крафтовое пиво. Красный Восток, блядь. Титан. Дизель еще раньше был. Титан, очень нахуй, да? Вот это было пиво. Не, если пиво, то только корона. Коронавирус, который? Ой, он позер, ебаный, забей, блядь. Корона Бебрус. Это пивной напиток вообще, корона. Ну да, это не совсем пиво, но оно вообще нормально. Это который этот пиво, дизель, да? Да, да, да. Синдром Туретта, нахуй. Синдром. Что-то больше мужицкого сказать. Давай-ка вот Фокс в третьем. Я вам секрет раскрою. Кирсари — это чувашское пиво. Чего? Кто? Кирсари — это чувашское пиво. Чувашское? А прикинь, у него ник не Кирсари, а Кирсари. Зря ты сказал. Кирсари у меня. Чуваки любят. Чуваки оценят. А я так понял, у нас, да, вот все ники как-то по-уёбскому придумывалось, блядь. Кто-то пиво да. себе в ник поставил, кто-то в пьяном угаре, как я ник придумал. Ты просто Заханыч. Ну так, блядь, так я вообще в говно хуй. Прочитай ник Геннадсфиллера. Дайте гильдбанк. Так, Мудфокс, давай в дерево. Ну, ник, конечно, нормальный. Ну, и ты имеешь в виду в Дискорде? Нет, здесь. Ну а что тебе не нравится? Ну кьют-то я в конце, что не так? Ну прочитай его. Кому что, повернись три раза, подпрыгни, блядь, найди под подушкой. Кому сопрот надо? Найди под подушкой и зубы. Что? А меня спрашивает Гена Банан, почему его кикнули с гильдии. Гена Банан. Ну, Гена Банай. Не знаю, что сказать. Я скажу честно, не знаю. Неохота, потому что неохота просто ебаная. Его вред брать. Он все, что я от него видел, это надпись, ну, писанину в Дискорд, что, блядь, сука, меня забанили, блядь, сука, меня мутанули. Замутили, блядь, сука, каждый день, блядь. Сука, опять замутили, сука, не просыхаю, сука, опять замутили, сука, не просыхаю. Вот это пока. И в рейде еще говорит, да я набуханный. Уже через часик он нормально. Моего дракона, если он уходит в запой, то тот, блядь, пока деньги все не кончатся, нахуй бухает, сидит. Не, в какую-нибудь там десятку обычку, пожалуйста, иди, вообще, там, пей пиво и так далее. Но в Геру, типа, под пивом. Ну, там, типа, под водкой, да, это, блядь, это вообще... ну, надежды мало на такого. Так. Кто у нас с Синдреем? Я промолчу про себя. Ты? Ну, подсыпляй, да, сейчас. Да, да, я. Так. Да, одну-то баночку. Давай-ка, ну, знаешь. Именно, что одна. А ладно, похуй, будьте так. В 5 хилов захилим. 6 мы хилов. А кто 6-й? Там Мэтт Фокс. Это, смотрите, хилы там. Хэпал один, если вдруг хэпал упадет, призон, бидон, работаем волнами, нахуй, по танкам, блять. Танки у вас скиллованные, крутые, блять. Волнами.
Волнами, блядь. А сапротики будут? Я же думал... вообще... Да будь, будь на... на стандартном обеспечении. Все, пошли, блядь, короче. Будь на связи. Пожалуйста, люди добрые. Кости, которые не сволочь, спасибо. Хороший, плохой. Главное, у кого ВХ. Нифига ты как забил. Главное, у кого волонир. Вот, вот так он, да? Вот так мой, вот. Мой волонир сильнее твоего, нахуй. Сейчас как... мы это узнаем. Нет, размера волонира зависит. От умения, да? Это меня, волонир. Это любой... Скорпиостол говорит, так, без волонира или шема, да? Встаньте ближе, сейчас будет притяжка. Кто сдохнет, тому не делаем волонир. Ну, мне получается. Я первый. Нихуя, какой-то наебало. Главное не размер волшебной палочки, а то как волшебник ею владеет, нахуй. По-любому, блядь. Это ты так каждой девушке говоришь? Да, блядь. Мальчику. Это Таня, ты, короче, фридом мне кидай. Тупо сидит, смотри, блатует. Да. А что, тихо, стопните базар. Мы сейчас будем вайпаться, я буду хуесосить. Ультрадру, Волдварл, как дела? Ультрадру, а что у тебя за хуйня? Ты почему с другой меткой близко встаешь? Ты в курсе, что ты двойной дамаг получаешь? Одна глыба 15 бьет, 2 30. Ну как дела? Не вставай так близко больше другому человеку. Мне места не нашлось. Блин. Короче, ладно, пизда вам нахуй. Разговор убил, конечно. Да, разбейте глыбы, вы че? Бейте активнее глыбы. Я сейчас вам нахуярю по полной ноздри, нахуй. Не надо, дядя. По полной. Дай бог. Забитый до краев. Но ноздри, блять. Это представить какой там размер. Так, Катрисия на стресс, ресы, Мэтфокс, Олд Варлока, а Вадикон 228. В ноздри. Скоро притяжка будет. СС, когда будет время, скастуешь по друид инвалиду. Кто? Притон. Притон патрулить инвалиду. А Волдварлок скастуешь по ультрадрулю. По луже имбовая сейчас была. Да, это вообще имба лужа здесь. Она еще и притянула криво тебя. Извините. Смотрите, все, я сдал СС патрулить инвалиду. Волдварлок по ультрадрулю. Он только на двух ардру есть СС. Ебать, заебала ты метка. Красная. Хорош, парни. Ну что, троллите? Это уже на сотку тянет. Бум! Верно. Это кто просился, да, на синдром? Да, заходишь, желтый талик, лутаешь такой. И ГПшечку заодно. Ну так, бонусом чисто. Слева близко к лестнице. Ну это подарок. Там уже не до талика становится. А до калика. Не знаю чё, ну я хуй знает. Давай ультрадру закидывай СС ВБР в Волдварлока. Или тебе не надо, у тебя лагает или что? Или третий шанс тебе дадить? Ну уже дали. Вставай. Захиливайте его. Фу баф. Из-за того, что вы падали, будет третья взлетка, скорее всего. Притяжка еще 15% до фазы. Притяжка сейчас будет. Беги, малышка, беги! Ой-ой-ой. Звезда, кружок, две лево, две право. Третий метр. Звезду не вижу. Ёбаный в рот, вы чё делаете? Куда вы, блядь, шо вы нахуй? Пиздец.
Ебать! Еще на ГП тянет. Опа, хуй. Заметили, одни и те же помирают, а? Угу. Ладно, я бич между ними бегу. Не те же на манеже. Персори, стоп мне этот сам. Поглыби нахуй, она сейчас развалится. Сами. Ну дерьмо. Персори. Персори. Абаба. Пацаны, если меня слышно, это пиздец, я залагал. А ты кто? Конечно, конечно, залагал. Это Притон. Это Притон. Ага. А, ну Притон. База. Тихо. База. Притон может. Первую звезду сразу разбить. Кружки стоим. Заморозка. Ложный визг будет действовать. Угу. Да, достает. Но все равно достаешь. Блин, жалко Гену нахуй. Ну извини, пацан. Алкоголь бищет человечество. А что такое? Вы что, охуели? Ну, типа, сейчас притяжка будет ближе к боссу. Вставайте, будем отбегать. А, будет стиллер звезду, отходим. Может успеет не притянуть. Отходим. Ну, поди успеет. Звезду. Если не сдохнет. Захиливайтесь. Что там, незыбка есть? Шалфир на хп читай. Да, зачем-то. Разбивайте. Не заморозьтесь только милики сейчас. Я даже подходить не буду. Две да, сразу да. Быстро. Зергаем. Тихо. Посерьезнее, ребята, можно убить нахуй. Будьте хуйню исполнять, упадем нахуй. Прости, шеф. БР на танк останется. Ну да, кстати. Ну быстрее последнюю. Давай, сейчас она поставится. Третья, блядь. Добейте. Все, разбивайте. До следующей разбейте. Вот секунда, спал дебаф. Разбейте, следующую ставим. Так, что там, да, еще эту разбиваем. Дикон. Хильте, блядь, танки меняются, хильте танков. Смотрите, кто когда меняется. Эту разбивайте, следующую будете ставить, будет притяжка. Следующую будем ставить. Будет притяжка, готовимся. Закханыч. Играем не торопясь, главное. Так, притяжку ждем. О, ништяк вообще. Вилашу на фул держим сейчас. Вот, ну ее подбивайте, разбивайте. Сергоните метку, следующую ставим и разбиваем. Особенно это хэпал. Бидоны, работаем по войду волной на дыхание. Разбивайте хапала быстрее. До следующей притяжки еще будем ждать. Ставим и разбиваем. Да где-то Павелаша не скинул, что ли? Следующую тоже ставим и разбиваем. Так. И вашу хилим. Забери обратно, быстрее забери обратно. Изыбку дал. После притяжки меня разобьете. Уже сейчас давайте Геру. На фул хп захиливайтесь. Давайте Геру. Все остальные в сторону и фул по боссу. Я тебя сейчас забью. Выйди из рейда, алло. Иди скинь еще разок за глыбы на всякий случай. Нахуй. Фул по боссу дамажим. Че двоих? Дауны что ли? Фул по боссу хуярим. В метки в сторону. На кого они там летят? 4 ляма хуярим. Массакро отдавай, Вилаша незыбку, если есть. А, ты танчишь тоже. Ладно, походу, она стоит до конца. Ключ.
Да, наверное, вайп. Нет, это вайп. Да. Ну там хил один в клейбе был. Ну там один, блядь, хил залупил второго хила. Надо было разок скинуть. Ладно, это самое. Смотрите, ну, прикол в чем? Вот вы падаете, да? Вот эти. Я думал, еще убьем сейчас и ГП отменить, нахуй. Но пускай остается лучше. Что вы на седре должны понимать? Вот этой залупы не должно быть. Смертей на глыбах, которые летят, да, когда глыбы стоят, вы прячетесь. Этого не должно быть, блядь. Покидайте тело, заходите. Ребят, если слышно, меня крашнуло. Сейчас захожу в игру. Да ласт фазе к хвосту выносите и не к лицу. Когда говорят в сторону, вы выносите к хвосту. Метров 20 от рейда. Там чел ПК стоял с меткой. Ну это кринж, да. Все, кто лежат, это вот это и есть дамаг, которого не хватило. Так что спасибо вам, блять. Где сейчас лучше сыграть? Или та же хуйня будет. Любая смерть сейчас притяжка, глыба, которая по миллиону бьет, которая ваншотает. Это сотка. А что, там ушел, а крипто пришел. Кто ушел? Я на 10 минут там отойти написал надо. Кому? Эй. Мак, который. А, да. Я понял. А крипто пришел, можно ну, крипто закинуть. Крипто, а где, блядь, ДКшники в топе? Так. Я ему ИП начислял, да? Ты точно не, хочешь ну... ДКшников в топе? Не, ну тут обычно они в топе сидят. Ну, тогда глыбы будут падать. Я не про это. Нет, там именно по боссу. Ой, блядь, я чё? Фу, нахуй. В топе, в тебе. Топе. Фу, блядь, фу, чтобы нахуй. Чтобы они в тебе были. Ну, жрите рыбу. Знаешь, что? Вот такой только педик может подумать, нахуй. А? Тыкните ножка. Глеб ему отменил, он его и обосрал еще просто сверху взял топом. Ну. Капец. Топе, блядь. Я просто, просто так типа спросил с удивлением, говорит, а где ДКшники в топе? Ну я хз. Не, ну можно в глыбы крутить, конечно, но, блядь, но потом нахуй ХП зачислять будет, а ну его нахуй. Осторожно играйте равномерно, блядь, по глыбам. Ну глыбы это вообще больная тема. Лучше, сука, не показывайте, что вы одну можете разбить, а другую не. Не, просто сейчас если с хукмастером мы кинем каждого по мору, блядь, и все глыбы нахуй одновременно упадут, это будет пиздец. Так не кидайте мор, вы чё, ров? Ну так и не кидаю, тупо спрашивают, почему ДКшники не в топе, я ему объясняю. Аккуратненько койлами подбиваешь одну дудку. А я как делаю? Я не знаю, как ты делаешь. Ну я так и делаю, чё ты доебался. Я же не в топе. Смотри, чтобы моя нога в тени оказалась, блядь. А ты что, панин? Блядь, напихай ты ногу Синдрагосу, пожалуйста, блядь, нормально. Ой, блядь. Да, ребят, ну вам сколько лет-то на? Я, например, 20-летний долбоёб ещё, так что... Ну, блядь, я 35-летний долбоёб. Это, блядь, бить ауру коня. Ауру света. Мы других не берём. Призен тут нет. Да что у вас за ауру стоят? Оставьте кастер ауру. Что, просто ты не видишь ауру? А где налет? Алё, ебай. Ну не видно, видно только кастер. Нету ауру вообще. Нет, кастерская аура стоит, а вот ауру налет нету. Есть Тоби. Вот хорошо. Аура защитит магию и сосредоточение. Почему стоит? От льда стоит, я вижу. Льда есть, это похоже. Вера вдохновитель. Слав, у меня есть вопрос. Может, а вот он. Все да, есть, ебаная. Все было, вон оно. Че, го? И го, блядь. Ну, я запускаю. Ты ее ловить будешь? Да. СС сколько КД? 4 минуты. Притон наш. Неохота это сказать. Ладно, я не буду. Ты это убил. Ладно, Даш по Мэдфоксу. Олд Варлок. Даш по... Подруйт инвалида. Я пытаюсь предугадать, кто сдохнет. Не получается.
Сложно. Так. Две лужи. Это да. Охуеть. Одна глыба в кружок, одна в звезду. Ебать, сколько можно. Две лево, две право. Столько, сколько нужно. Четвертая уже. Только вот звезду когда ставить, чуть-чуть шаг назад делайте, чтобы я когда вперед выходил, ловить перед глыбой, чтобы синдра дальше от звезды не остановилась. Немножко назад ставите. То есть не доходя до звезды, короче. Персори сильно не подбивай, на нее дотку повесил. В звезде глыба фуловая стоит, как дела там у рейда? Чё нахуй? Погибни, Нина. Опа. Соточка. Дайте дышать мяч. Значит, Катрисия ресой Закханыча, Мудфокс ресой второго Кирсури. Ебать, а чё с глыбами? Не знаю, дрочите ногу нахуй, наверное. Чью-то, я их не бью, у меня ДПС больше всего по глибу. Мозг, наверное, атрофировался нахуй. Сейчас опять три взлетки будет из-за этого. Там притяжка скоро будет, готовьтесь. Убегаем. Да, дамаг вообще в очке, нахуй. Немножко не доходя, вот как 4 тотемчика стоят. Ага, вот так. Не жду. Близко падает, там, смотрите, успейте спрятаться. Как дела, нахуй? Хуёво, да, я смотрю? Катрисия, я тебе хотел СС дать, нахуй. Да я не умираю, ты чё? Значит, да нет, я не прав. Значит, ультрадру будешь резать Катрисию. А глыбом активнее играйте. Пит инвалид будешь резать второго 228. Да. А чё у вас, ну, какая-то хуйня произошла или что с вами, блядь? Не смешите нахуй, ну. Пизду, она и так смешная. Чем? Ничего там смешного нету. Как это нету? Сука. Просто так панцирь отдал, да? Четыре БРА. Пан Мэтт Фокс СС дал. Угу. Так, Олдварлок, у тебя есть СС? Я вначале отдал. Ага, хорошо. Вон Кукмастер ебашит 3 ляма, блять, по ней, по Синдрагосе больше всех. Блять, что за... Вы чё, тугие совсем? Ну, до последнего просто в рейде стоял. Вы бичи, блядь, вы должны друг друга... Крайне активнее играйте, играйте в крайние глыбы. Место уступать. Играем, играем, ты чё? А, это попиздим. А чё глыбы не захотанные были? Вот люди глыбы получают, они сейчас с пол хп стоят. Ладно, пох. Пиздец, глыбы вообще как будто не бьют. Нет, почему? Я прибирал с одного угла, на другой глыбу бить. А, так же. Не, ну сейчас уже получше. Фаза пошла.
первую звезду и сразу разбить. Не забывайте, человек с глыбой должен быть на фулл хп и щитком. Он понятно, пахат. Вот хант, да, на фулл хп его захилить. Ну, ну, почти. Следующую туда же будет притяжка, по идее должна быть. Мистер. Вилашу хилим. Ждем притяжку. Вилашу на фул. Рядом ставь. Рядом ставь. Рядом, рядом. Ну, рядом нахуй с этой глыбой. Упор погиб, блять. Ебать, нахуй. Ну, тихо, 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 не комментируйте. Вот эти глыбы уешьте, и те тоже. Сука, спасибо, нахуй. Вадикон, Вадикон, аккуратненько, реснишь ее. Глыбы бейте, бищи нахуй. По-другому босс не убивается. Их бить надо. Это уже новое. Звезду и ушли все в кружок, нахуй. Звезду, блять. Так. Давайте работаем, нахуй. Можно убить еще босса. Главное, говно никакое не исполняйте, нахуй. На фулл хп его быстро поднимите, блять. Ну поднимите его. Читай на хп, Шелфир. Уже прочитал. Тебя, ну хильте себя, Вадикон. Вы сейчас все сдохнете. Вы видите хп свое, нет? Или что? Как, блять? Дела у вас-то, ебаный в рот. У нас 4 хила под освобождением. Ну так там хили еще и классы есть. Иду, забираем, беги отсюда. Звезду ставим, глыбу. Будет притяжка. Стойте за ней. После... Ну, кого притянуло, блядь, как дела там? Отбегите. Разбить глыбу. Чё вы ее не бьете вообще, нахуй? Ну, сейчас следующую нести надо человеку. Пиздец. Блин, жить хуй поделать. Разбивайте. Следующую звезду и сразу разбить. Рейд на фулл хильте. Если стаки, ну, скидывайте. На ком-то звезду отошли. Скидываем. Подхиливать начинайте. Ну, вот что это, нахуй, незахиленный человек с глыбой. Стопайте дамаг полностью и захиливайте рейд. Вилашу на фулл. Сейчас сдохнет. Пол хп у нее. Друид инвалид. Дубовую. Сейф по нему. Каплю, нахуй. Зубы. Ну, блядь, что стоит этот, нахуй, на рейде? Стоим за глыбой и ждем, пока... Ну, сейчас просто упадет рейд, нахуй. Хильте. Хильте, блядь. Все, хорош, нахуй, падаем. Блядь. Или не падаем, давай посмотрим. Еще можно убить, еще не, можно. Не падаем. Ставь рядом. Ну, давай попробуем, хули. Притяжка будет. Будет притяжка сейчас. Вот, вот этот человек незахиленный просто. Разбивайте следующую звезду. Я не знаю, там, не, минута и 14 лямов. Не убьете, не. Заново. Падаем. Ёб твою мать. 400к отхилил. Нормально. Где? Если что, я тут. Я думал, крипто вообще не умеет косячить, а оказывается умеет. По мне люблю щиты пришел. Там Эйя пишет. Я тоже про тебя только так думал. О, я, блядь, частенько косячу. Я даже когда в Карфагене играл, косячу. Ну, хотя бы не трясаешь. Косячу. Кто там заебался, нахуй? Ультрадру, иди щиль. У тебя хп с хуйня. Или ты с фулл освобожденки стоял? Он пока на освобожденке был. Да, даже если и проходку тебе все сделать, боссы. все равно тебе смысла нет брать на робота. Давай, не люблю щиты сюда. Кто там по ДПСу самый лох? Кто заебался, еще раз спрашиваю. All Warlock, 4000. Ты что такое? Да я только разогрелся. Можно меня свичнуть? Нет, нельзя. Вы понимаете вообще, ну, ценность времени? Вы паладины. Вы дамаг видите? Какие, ну, если 4000 человек наносит, как я буду менять?
Я только разогрелся, смазал. Нам тут, ну... Ладно, смазан. Тупо, ну хорошо. Смазал булки с кипидаром, да, блин? Сейчас подъеду. Ладно, смазан. Главное, чтобы все смазано было, как говорится. Кушайте бебру, набирайте сил. Эй, тебе надо что-то? Ультрадру, варлок, портуйтесь, короче. Смысла вам на лечение проходку делать? Эй, тебе не надо, да? Кто там еще в рейде меньше эй дает? Кто хочет почилить? Кто в себе не уверен? Я тебе наоборот таки раз наставлюсь. Уверен, так. Тыкните. Так, что там, 2200, да? Они опять что-то там правят, какую-то херню толкают. Может, мне в шестого хила спекнуть? Ты нахуя, там нормальные хилы сейчас. Ультрадру и Ульдварлок. На лича не пойдете. Только если вылетят все. Так что идите отдыхайте пока. Так. Я вот думаю, эй, убрать, нет? Ладно, пизду, все молчат, нахуй. Сейчас посмотрим. Вроде он не косячит. Что думает, брать? Он сказал ему не надо ничего. Сейчас посмотрим. Кто там мычит, нахуй? Кто там ебнулся? Это кому-то плохо, сейчас его надо менять, нахуй. Ничего смешного нет. Давайте. Вон, кстати, я же говорил, топовый ДПСер по Синдрагосе, это ДКш. Он хоть мастер нахерачил, блять. У него магии дохуя, а от магии обморожение не прокает. То есть у него меньше обморожений прокает. Вот, вот, надо. Вот, блядь. Запускаю. Физушникам остальным пострашнее. Особенно ровно, блядь. Да ну, я шаману помогал, а вообще люди охуели, сука. Я не знаю, что это Гена Байонайн пишет мне, блядь. Просто не могу понять, да. Ты расскажи, сай-сай. У тебя на глаз тебе скажешь? Сосай лалка. Может это тролль какой-то, ну, вроде бы... Он действительно не понимает, понимаешь это? Я просто уже не буду читать и все. Ну там пропит мозг. Пропит тролльки. Это, готовьтесь, будет притяжка. Просушен. Смотрите, не падайте на всякой хуйне, сейчас сотки полетят. Ни Т5 не увидите, нихуя, блядь, будете 2 месяца очищаться от этого ГП, блядь. Даже чешку, оп, не увидите. Даже чешку. Что прискорбно. Я спищу чешку, героик. Хорош. Бля, ты жук. А, блядь, их сосайте нахуй, блядь. Войт не хочет там ничего менять, я буду пиздить у вас с этой чешки, героик, нахуй. Хуя себе, блядь. Я комбо-то собираю, все, до свините, блядь, до свидания, это мой мейнспек. Опа! Кто нахуй за спину? Опа! Отойдите нахуй. Как ты за чешки? Смерть твой мейнспек. Поменьше пиздите, ну, как-то это, поосторожнее играйте. Мы тут как бы... А вы максимнее, по крайней. Крайнюю левую, плиз. Все, что вам надо, это на 8 минут собраться, не исполнять хуйню. Вы вместо 90% этого, глыба стоит. Вы мне сейчас среднюю глыбу... Алло, вы среднюю глыбу, блядь, сейчас разобью. А, все правильно, нахуй. Вот так и играем. Когда надо развивать, когда нет, блядь. Да я что-то, блядь, зажижу. Один хрен, я спишу. Мне просто интересно, ну вы считаете, что если я помолчу, то вы убьете босса, да, с первого трая? Просто я не могу понять. Вот вы понимаете, что, ну, пиздоболия всякая пошла? Вайпы нахуй, и вы продолжаете пиздеть. Не можете серьезно отнестись. Извини, шеф, глыбы не пиздец. Пиздачки подзакройте нахуй, соберитесь. В срочном порядке, значит, после притяжки Катрисия топу реснешь, а Мэтт Фокс рарнику. Притон, ты тут? Тут, да, лагает у меня, да. Типа, блядь,
жму на портал, а он, блядь, 3 секунды, сука, подсветкой горит и пиздец. Мятки. Тихо, блин. Ничего смешного нет. По крайним глыбам активный, блядь. А чё просил кого-то резнуть? Я просил... Кого я просил резнуть, нахуй? Это, Катрисия, чё ты топу не резнул? Резнешь топу? Не надо уже, там уже все попадали, нахуй. Ладно, падайте, на... не будем, не резайте ничего. Ёпси-мёпси. Пойти, я вообще за глыбы стоял. Притон тебя поменять пока или чё? Да хуй знает, попробуй сейчас. За глыбой на полу нужно стоять. Ладно, ну смотри, это на страх. Ну, посмотрите, где я лежу, блядь. Это не одноразовая такая хуйня, братан. Это не было. Ну, я не знаю, вот смотрите, я сколько траев, ну, ни разу не сдох. Почему вы вздыхаете? Что интересно, как мы будем Лича убивать? Мне интересно, вообще надо это вам или нет? Мне дали ГП, один хуй я заберу чешку. Ну, блять, топа, ну. Дай ему 1000. Лучше 5, бля. Все, давайте, то тебе вот смешульки ваши. Вов эти. Серьезно, давайте.